Привет всем, привет, поздоровайся. Собрались на рыбалочку сегодня, на глубочку поедем. Не знаю, что поймаем, по дороге увидимся, да? Да. Ну мы с утра до вечера прокатимся, посмотрим. Едем на Соколе, затарились. Второй Сокол сейчас выйдет. Подспущенный, не, нормально? Все, прям, увидимся на рыбалочке. Речка Аякли уже бежит. Какая красота. Проехали 45 километров. Красота. Еще 45 нам осталось ехать. Вот здесь река, поедем по этой речке. Следы накатанные. Думаю, пойдем. Ждем второй Сокол. Отстает немного. Трясет снег, бетон вообще прям просто. Ехать тяжело. На снегоходах было бы вообще слизы бы, горели бы. На этом как по асфальту идем. Никитос едет. Никитос прет, вот. Ждем его и едем дальше. Еще 45 км. Там увидимся. Посмотрим, как спускается. Парканулся. Все прям дальше. Пацанами приехали. Здорово. Сейчас будем здесь бурить. Красотища, да? Что поймаем, не поймаем, не знаю, да? Да, надо, давай распакуем его сейчас. Набурим сейчас, включимся. На камеру первого налима вытащили, пока заводили. Вот на первый лоб. Налимчик. Нормально, хапнул. Ну. Куда хочешь, там? Галечий попался, только вытащил. А, вообще офигеть, да? Блин, такой удар был вообще. Жестко, сейчас я подниму. Офигеть.
Сейчас я вытру. Ты фото делал или видео? Вообще прикольный, да? Есть? Блять, удар такой был. Ну-ка, да, тоже нафоткай. Ага. Охеренный, да? Блять, такой резкий удар был, блядь. Есть, огонь. О, блядь, что у меня леска уходит, думаю. Что, здесь еще оставляю, блядь? Блядь, да. Блин, ну надо вот так вот идти, наверное, вдоль, вот так ну, буриться. Да, нехер никуда ехать, кататься, блядь. Раз рыба есть здесь. Офигенная поклевка такая, удар был. Ну, от 1 сантиметров 10-15 поднят. Есть голечек. Красава. Прямо сам вот, да? А? Он сам, да? Да, резко так бах, блин. Удар такой был. Оба! Еще! Да! О, смотри, крупнее! Еще один! Зачет! Вообще шикарный! Да, вот так и буриться, метров через 10, вот так пробуйте в ту сторону бурить. Давай, 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 потекай. Есть? Есть, да. Тяжеленько такое, блядь. Налим. Не дергается хорошо, блядь. Да? Значит, голец. Налим, а. Налим настоящего берет. Ну вот, уже. Сало только вытащу у него изо рта. Чтоб за салом не идти. Видишь, как хорошо. Колокольчик сработал. Вот. Вот так вот, друзья. И налимчики клюют у нас. Вот такие вот. Красавчики. Все. Я же тебе говорю, надо было по пивку выпить. Угу. И поклевочку будет. Ну и что, голечко там вытащили. Уловчик. Рыбачим дальше. Все, до следующей поклевочки. Давай, тяни, тяни, тяни. Есть? Ага. Опять налим, опять налим, блядь. А, Юра тащит опять. Тяжело идет. Аккуратно, смотри, леска трещит аж. Давай, давай, тихонько, 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 крупный. Аккуратно. О, налим. Хороший вот этот налимчик. Налим! Порешно, лучше вытащить тоже. О. Все. Красавчик. Второй налимчик у нас. Блин, как его взять? Закидываем. Да, все, закидывай. Ну это хорошо. Налим тоже рыба, Юра. Вот такой вот налимчик. Рыженький. Только Юра пытался что-то достать здесь в себя удочку. И опять колокольчик сработал. Второй. Склизкий только не.
скользкий. На речке Муксунки, друзья, смотрите, свежий след медведя, косолапый. А он не один, по-моему, да, или один? Один, четыре лапы, да? Прямо вот только сегодня прошел свежак, туда побродил куда-то. Не ждать его? Нет. Да он куда-нибудь шел, да, туда. Вот свежий след, блядь. За горы. Вообще свежак прям. Кто пробежался, блин. Вот так вот здесь бывает опасно. Кефир горой. Встретились с друзьями. 50 грамм. Советского Союза. Такая у нас вот закусочка. СССР. Чтобы рыба ловилась, да? Да. Поэтому... мы ее заманиваем вкусняшками. Чуть поймали. Будем надеяться, поймаем трофей сегодня. Спасибо, да? Алексею Поздееву за его чудо техники, которую он придумал. Да, кстати, я говорил уже про сокола в предыдущем видео. Если кому интересно, можем протестить их. Тут уже у нас много. Про даже есть. Даже Сокол Про есть, да. Я уже катался на нем тоже. Поэтому, если что, пишите. Будем рассказывать про них. И люди хозяева расскажут, как они себя ведут. Стоит брать, не стоит, да? Но. Ну да, отсечка видно. Срабатывает на 96 километров в час. То есть надо, больше не едет. Надо побольше, чтобы было. Единственный минус. Шапку срывает. А так все хорошо. Ладно, друзья, давайте. Кстати, техника, вот эта вот первая техника, это вот первая ласточка, которая вышла из со стапелей завода этого. Вот это? Вот это вот первый. Нет, почему? Это не первый. Это первый, который пришел на Таймыр. Ну, первый, понятно, у Поздеева. А вот он в числе первых. Ну да. Он, наверное, в десятке, наверное. Ну, не десятки, но чуть попозже, но да, с Алексеем я с 16-го года списался. Сколько прошел ты на нем? Ну, уже около 4000 километров. То есть ничего не делал такого, да? Ну, так. По мелочам? Тюнинг. Фары. Не, ну тюнинг-то это понятно, не в плане, что ломался сильно, ну, нет? Там, не знаю, там сиденье протирал иногда. Ладно, будем надеяться, что они будут ходить долго. Давайте, друзья. Сантиметров 20 поднял, 30. Блин, такая поклевка была, блядь. Да скорее всего. Не резкий удар был. Так. Зацеп. Галечек, не? Повадки? Не знаю. Или налемчик? Сорвался. Сорвался прямо у выхода, бля. Прямо у выхода. Эх, вот это обидно. Да 100% на 10 килограмм. Так всегда бывает. Блин, ладно. Поклевочка была, уже хорошо. Надежда не потеряна, да? Да. В следующий раз мы его вытащим. Так, я его отправил в ту лунку. Правильно. Сейчас придет к нам. Ну все, друзья, отрыбачили мы с Ивицем. Да. Закончилась рыбалочка. Поймали сколько мы? Три галечика. Три налимчика, три галечика. Да. Возвращаемся домой. Поймали что? Удовольствие, кстати, поймали что. Да. Отдохнули хорошо. Да. Юра загорел, видите, как а, Олег красный сам. Весь. Ну я тоже, да. Ну, Юра посильнее загорел.
Все, он видит, какие виды красивые. Озеро мелкое. Едем домой. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте про нас. Скоро увидимся. По-любому.